что свадебные гуляния прошли весьма экстравагантно. Вместо банкетного зала, цветов и лимузинов, бас, море выпивки и шутки звездного туманного диджей-сеты. Матинит в Москве засветился старшего красотки Джули Робертс Эрик. Голливудский актер снимается в новой картине с рабочим названием «Максимальный удар». На один из съемочных дней холл башни Москва-Сити превратился в госучреждение США. По сюжету фильма госсекретарь в исполнении Эрика Робертса пытается уладить напряженность в российско-американских отношениях. Конечно же, мир под угрозой, а лидеры международной преступной группировки берут в заложники внучку госсекретаря. Параллельно между дублями Эрик Робертс успевал раздавать блиц-интервью. Актер рассказал о своем герое, увлечении веганством и о том, что для полного счастья ему не хватает выучить русский язык. Я хочу порядок, я хочу порядок. Ты будешь угодить, все порядок, ты уже.